Чрезвычайная компенсация. Родители детей, едва не погребенных под упавшей крышей в Вересниках, хотят получить компенсацию. Хотя травмы никто не получил, родители и их адвокаты уверены, что за стресс они имеют право на заглаживание морального вреда. Пока идет следствие и устанавливается виновные, компенсацию не получить. Напомним, что дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса – халатность и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Родители, кто сопровождал своих детей на соревнования, следователи вызывают на допросы, им помогают юристы, их интересы предоставляет адвокат Павел Разуван. Также родители опасаются, что на них будет оказываться давление. Такое бывает и нередко, когда виновная сторона старается свои риски минимизировать за счет того, чтобы людей убедить там или может запугать с целью того, чтобы они молчали. В этой ситуации пока у нас такого нету, но если вдруг это случится, наша помощь, она здесь тоже будет оказана, потому что это наша задача, собственно говоря. Напомним также, что прокуратура через суд потребовала у компании «Газпром» закрыть спортивный комплекс из соображений безопасности до устранения нарушений. Кроме того, ведомство хочет обязать ответчиков отремонтировать дыру в крыше и укрепить конструкцию.